программы создали в Польше. Если серьезно отнестись к этой цифре и к тем планам амбициозным. Или потом запишем. Будет. Вопрос очень важный, он касается здесь нас всех сидящих, потому что незаконная конструкция, она не платит налоги, этот предприниматель нам, мы их не видим, они нарушают закон, и ОВД как раз надзирает за тем, чтобы этот закон не нарушался, да? Они могут причинить урон, если они стоят на проезжей части, и может ехать какая-то автомашина, например, в аэропорт с детьми, и может эта конструкция на нее упасть. Но я могу бесконечно перечислять, что значит незаконная рекламная конструкция на дороге. Скажет подробно о том, что... Администрация выдает предписание на принудительное.